С вами команда Мавави Влога, и у нас для вас приятные новости. Этот выпуск уже 100-й по счету. И мы бы не праздновали этот факт, если бы не вы, дорогие наши подписчики. Старички, наверное, помнят Женю, Настю, Алину, Машу. И более частые появления Ромы. Первый выпуск, который я снимала, был про стабилизацию видео. Там Рома такой молодой еще. Я сейчас не старый вообще-то. Мне, между прочим, пиво даже не продают, если побреюсь. А помните первое видео, в котором я снималась? Это был эпик фейл, было так страшно. Но это уже пройденный этап, и все благодаря вам. А мое любимое видео из стареньких про Dolly Zoom. Это потому, что ты там снимался. Это все понятно, о чем выпуск? О, тебе понравится. И вам тоже понравится, дорогие наши подписчики, потому что мы сделали этот выпуск специально для вас, а также для тех, кто регулярно заходит на наш канал, но по какой-то причине еще не подписался. Может быть, уже пора? Ведь... Рома, о чем выпуск? Так, не кричим на ведущего. Этот выпуск о нас, ребята, о том, как мы снимаем, лажаем, смеемся, шутим. Короче, блуперсы и бэкстейджи. Моменты, не вошедшие в предыдущие 99 выпусков. Норм. Поехали! И я такая бодрая, не из-за кофе. Что? Никогда этого не будет на Мавави влоге. Окей, ну это первый дубль, что ты хочешь от меня? Сюзи, попробуй закрыть холодильник. Если кто-то это увидит, извините. Это реально опасный трюк. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. What the fuck is this shit? Ты строг ко мне. Если что, да зафакапили. It's life. Я люблю свою работу. Не кричи так сильно. 11 лайф, цена 3, английский. You come to my house. And you ask for a favor, but you ask with no respect. И удерживать центральный объект в кадре. А? Это Рома. Он работает. Нет, на самом деле нет. Мне даже не обязательно оставлять ноутбук открытым и сценарий торчащим. Хочется кого-то удушить. Ну и, конечно, не забудьте поставить лайк к этому видео. Это похоже на жопу или на сердце? Скажи, подпишись на канал. А ты скажи, нажми на колокольчик. Подпишись на канал. Нажми на колокольчик. Надеюсь, что вам понравились наши секретные материалы. Ну а впереди у нас еще куча интересных выпусков. Про склейки, голограммы, цензуру. Ладно, хватит спойлерить. И спасибо вам, дорогие подписчики, за то, что вы с нами. От души в душу. Ну а если вы еще не с нами, то просто тыкайте на эту красную кнопку и подписывайтесь на канал. И не забудьте хорошенько отлайкать этот выпуск. А еще не забудьте посмотреть наши предыдущие 99 выпусков. Ладно, шучу. Хотя бы вот эти два. Их наша команда любит особенно.